ты здесь делаешь, а? Я с вечера не могу успокоиться, Сира. Я на все готов. Ты мне все объяснишь. Что объяснить? А? Что ты несешь? Сейран? Все хорошо. Я сама все уложу. Я жду. Что я должна тебе объяснять? Тебе вообще не стыдно приходить ко мне? Чего я должен стыдиться, Сейран? Ты с ним... Замолчи. А ну-ка, иди сюда. Что ты делаешь, а? Ты знала раньше этого парня? Что ты такое говоришь? О чем ты? Да, сватовства. Мне сказала об этом Суна. К тому же, вас видели в кондитерской. Думаешь, я способна на это, а? Ты идиот, Юсуф. Я же предложила тебе сбежать. Тогда расскажи мне правду. Я сжег все мосты. Нет пути назад, Сейран. Ты только сейчас опомнился? Сейран, я не могу прийти в себя. Мы поговорим, иначе я никуда не уйду. Замолчи, не говори глупости. Я говорю глупости? Глупости! Юсуф, ты ставишь меня в трудное положение. Не надо. Но ты бросила меня. Хорошо, Юсуф. Мы поговорим. Но только не сейчас, слышишь? Юсуф, не сейчас, не здесь, пожалуйста. Мы поговорим. Что тебе еще нужно? Хочешь узнать правду или создать мне проблемы? Что ты хочешь от меня? Что? Хорошо. Разблокируй меня. Я буду ждать твоего звонка. Или я снова приду. Завтра я снова приду и не отступлю. Если и будем гореть, то будем гореть вместе. Что же мне делать? Я все объясню, Ферит. Но сначала... Нужно придумать, что я скажу твоим родителям. Успокойся. Что-нибудь придумаем. Расслабься. Не подавай виду. Пойдем. Пойдем. Это так, Сейран. Не удивляйся. Могут появляться родственники, которых ты даже не знаешь. Ты стала невесткой Корханов, этим все сказано. Кто пожаловал в такой час? Семейка из Антепа. Услышали про свадьбу и пришли поздравить Сейран. Я ничего не знаю. Я не знаю их. И вы даже не впустили их в дом? Нет, нет. Слава Аллаху, они настолько беспардонны и просто отправили человека. С утра пораньше? Да. Я же сказал, что не настолько беспардонны. Извините. Ничего страшного, дочка, ты же не виновата. Но они приехали не для того, чтобы тебя поздравить. Просто не забывай об этом. Да, до сих пор в компанию приходят люди и говорят, что мы родственники. Я все уладил, отец. Сейран, таких людей много. Пожалуйста, не поддавайся. Можно мне подняться в свою комнату? Конечно, как тебе будет угодно. Я тоже пойду. Увидимся. Хорошего дня.